Здравствуйте, мои дорогие! Ирина Бьёрна приглашает вас на следующую передачу. И следующая передача у нас, помните, я вам хотела показать, как же я вращаюсь. Вот посмотрите на мои ноги. Это буква Т. Т. Одна нога стоит, вторая приближается. И когда мы начинаем вращаться, мы одну ногу поворачиваем, а вторую ставим букву Т. Здесь получается. Потом мы опять поворачиваем, буква Т. Поворачиваем. Буква Т. Поворачиваем буква Т. И так мы вращаемся 21 раз. Давайте попробуем сделать это вместе медленно. Значит, руки наверх или вниз, и в какую сторону вращаться. Опять же, определяюсь. Если вы хотите вращаться в будущее, это так установили давно уже в буддийском мире, хочу сказать. Это я научилась в буддийском монастыре. То руки, одна рука правая наверх, левая вниз – и вращение идет по часовой стрелке. Слева направо, с прошлого в будущее. Если вы хотите раскрутить в прошлое, эти мы тоже делали упражнения на курсе, тогда мы возвращаемся в прошлое, что-то там делаем, и потом возвращаемся обратно в будущее. Поэтому церковь использует тоже правую и левую сторону. Так католики и протестанты или ортодоксальные, русская церковь использует крест или справа налево, или слева насправо католический. Слева направо из настоящего в будущее, справа налево из настоящего в прошлое. Поэтому обращайте внимание на ритуалы, думайте об этом, читайте. Сейчас в интернете очень много информации. И мы с вами начнем тренировку. Итак, 21 раз по круг своей оси. Правая рука вверх, левая вниз. Начали. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, не останавливаемся, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, 19, 20, 21. И руки туда, по тому же, по часовой стрелке, смотрим вниз на правую пятку. Тогда голова кружиться никогда не будет. В этом есть секрет. Этот секрет не описан ни в одной книжке. Так что я вам говорю, потому что я выучила эту практику из первых рук, первое, и второе. Я проводила очень много курсов, так же, как в будущее возвращение, так же, как и в прошлое. И мы тренировались. Значит, это я делаю каждое утро. 21 раз вращение. Начните медленно, как я вам сказала. Медленно вращайтесь, не бойтесь. И переходите потом на более быстрый темп. Это первое, что я вам хотела сказать сегодня. И будьте здоровы! Счастливы! Всем привет от Ирины Бьёрна и Молодильных Яблок. Смотрите наши программы.